первом бочонке 8 килограмм соленых грибов. Во втором в два раза больше, чем в первом. А в третьем бочонке грибов столько, сколько в первом и во втором вместе. Ага. Сколько грибов в третьем бочонке? Ответ читай. В третьем бочонке 24 огурца. Всего 48 огурцов. Все нормально, да? Да. Читай вопрос задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? Ничего не смущает тебя? Нет. Полчаса мы бьемся уже с этой задачей. Ничего не смущает? Нет. Читай вопрос задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ. В третьем бочонке 24 огурца. Ты задуматься не пытаешься? Внимательно читай вопрос задачи. Вопрос. Сколько грибов в третьем бочонке? Ответ читай, который ты написала. В третьем бочонке 24 огурца. Все нормально, да? Но если я написала тройку, они ее... Я тебя про тройку не спрашиваю, про цифры. Я спрашиваю, все нормально, тебя все устраивает? Да. Меня нет. Читай вопрос задачи, читай ответ. Мама, я не вижу, сколько грибов в третьем бочонке. Ты думай, когда ты читаешь-то. Сколько грибов в третьем бочонке? Читай ответ. В третьем бочонке 24 огурца. Ничего тебя не смущает? Что тут может смущать-то? Ничего не понятно, да? Нет, мне непонятно. Условия. Что тебя не устраивает. Вопрос, читай задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? Еще раз. Сколько грибов в третьем бочонке? Угу. Теперь читай, что ты написала. В третьем бочонке 24 огурца. Теперь читай вопрос задачи. Сколько грибов в третьем бочонке? А теперь читай, что ты в ответе написала. В третьем бочонке 24 огурца. Все нормально, да? Условия все соблюдены? Да. Да. Ну не буду же я писать 24 огурца, гриб 24. Мама! А ну убери камеру! Все нормально? Ты нашла ошибку? Да. Где? С огурцами. И кто из нас дебил?